Добрый день, дорогие друзья! Централизованная система библиотек города Курска рада приветствовать вас. Скоро мы будем встречать праздник Светлой Пасхи. Пасха является праздником света и весны. Как правило, его отмечают все православные люди во всем мире. Украшения дома к празднику Пасхи, сделанные своими руками, обязательно смогут принести вам удовольствие и подарят отличное настроение. Основным пасхальным декором, разумеется, являются яйца. Добрый день, дорогие друзья! Централизованная система библиотек города Курска рада приветствовать вас. Скоро мы будем встречать праздник Светлой Пасхи. Пасха является праздником света и весны. Как правило, его отмечают все православные люди во всем мире. Украшения дома к празднику Пасхи, сделанные своими руками, обязательно смогут принести вам удовольствие и подарят отличное настроение. Основным пасхальным декором, разумеется, являются яйца. Есть множество различных вариантов окрашивания и декорирования яиц. Самый простой способ – это декупаж. Для декора нам понадобится яйцо. Можно использовать вареные яйца, а можно использовать пустую яичную скорлупу или деревянную заготовку. Также ножницы, салфетки с цветочным узором. Именно эти цветы мы будем использовать для декора. Синтетические кисти для клея. Также акриловый грунт или акриловая краска. Губка для нанесения грунта и обычный клей ПВА. В первом этапе нам необходимо будет покрыть яичную скорлупу. Можно использовать акриловый грунт, можно использовать белую акриловую краску. Я буду покрывать акриловым грунтом, он очень плотный, укрывистый. Для этого буду использовать губку. Аккуратно вот такими тампонирующими движениями покрываем яйцо, чтобы у нас осталась только белая основа, никаких не было пятен и пропусков. После того, как мы покрыли яичную скорлупу грунтом, необходимо будет подготовить салфетки с цветочным узором. Салфетки двухслойные. Мы снимаем нижний слой, толстую основу, аккуратно. Оставляем, нам для работы нужна тоненькая основа с цветочками. Аккуратно сняли этот слой, она осталась тоненькая салфеточка. И сейчас мы вырезаем те цветочки, которые мы будем наклеивать на наше яйцо. Вырезаем произвольно. Края не обязательно должны быть ровными. Если где-то по контуру остались белые края салфетки, ничего страшного. При накладывании на яйцо они заметны не будут. После того, как вы вырезали необходимые элементы для декора, начинаем клеить их на прогрунтованную поверхность. Прикладываем вырезанный цветочек. И клеем ПВА, аккуратно сверху покрываем. Промазываем от середины к центру, чтобы не было складок и пустот. Клей можем накладывать достаточно густо, ничего страшного, он при высыхании станет прозрачным. Аккуратно проглаживаем каждую складочку, чтобы цветочки наши очень плотно приклеились, хорошо впоследствии держались. Вот один цветочек мы уже приклеили. Таким образом приклеиваем все остальные. После того, как вы приклеили все элементы декора, заготовке необходимо дать просохнуть. После того, как все высохнет, можно яйца смазать маслом для блеска. Вот такие замечательные яйца можно сделать в технике декупаж к светлому празднику Пасхи. Попробуйте, у вас обязательно получится. До новых встреч!